Вечір Лайф. Друзі, дякую, що дивитеся, дякую, що довіряєте. Мене звати Лана. Нагадаю, що ви на платформі Новини Лайф. Платформа для тих людей, хто любить подумати, мотивує власну мозкову активність. Друзі, да, якщо ви з нашої когорти людей, які так само не цураються критично мислити, будь ласка, підписка, лайк, тим паче, що сьогодні у нас за нашу добру традицію. А Вадим Юрійович Карасьов, Вадим Юрійович, я вас вітаю. Давайте всі на нашу платформу. Можна поспорити, як говорить лорд Бальфур, это британский министр иностранных дел второй половины, ну, конца 19 столетия. Когда все стоят на одной платформе, можно немножко и потолкаться. И сделать некую дискуссию, потому что я переконана, что дискуссия – это мотиватор все ж таки, это рушій, знаете, и, до речі, демократия развивает, и стимулирует развиваться каждую окрему людину и державу в целом. Главное, уберегает от Альцгеймера. І деменції. Абсолютно. Скоро. Тим паче, що у нас зараз є, ну, можна скажу, дискусія. Дискусія з нашими партнерами, із сусідніми країнами, із Польщею, Словакією, з Угорщиною. Зокрема, не пройшла ситуація саме із Польщею, тому що польський міністр сільського господарства заявив сьогодні, що Польща буде блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо питання із українським зерном все ж таки вирішене не буде. Давайте почуємо міністра. Якщо ми сьогодні не створимо ці інструменти, Польща точно не погодиться на вступ України до Євросоюзу. Сьогодні нам необхідно створювати інструменти, бо з українською продукцією ми проживемо довше. Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. Роберт Телус, міністр сільського господарства Польщі. Власне, я хочу додати нашим глядачам, що все ж таки Єврокомісія рекомендувала нашим сусідам, нашим партнерам все ж таки зняти блок експорту української агропродукції. Але Словаччина, Польща, Угорщина вирішили одноосібно продовжити цю заборону. А ще більше, значить, Угорщина та Польща розширили ряд товарів з України, які потрапляють у цей так званий чорний список. Ну, ми, значить, так само не мовчали, і наш заступник міністра сільського господарства, економіки, верніше, і торгівлі, пан Ткачка заявив, що ми будемо подавати позов у Всесвітню торгівельну організацію, і ми це зробимо, зокрема, а також будемо приймати якісь, знаєте, заходи у відповідь. Зокрема, так само будемо блокувати ряд продукції із цієї ж Польщі, або, наприклад, автомобілі з Угорщини і так далі. Ми з вами, Вадим Юрійович, неодноразово говорили про те, чому все це закрутилося, що ми зробили не так, або, можливо, що наші партнери, навіщо вони це роблять. Але от можемо, знаєте, нашу дискусію ще розширити. Є абсолютно природний захист своїх національних інтересів, а є елемент вже політичних передвиборчих ігор. Так що відбувається зараз? Ну, в Венгрії ж виборів нету. Там у и Польша выборы 15 октября. Да, фермеры достаточно серьезная политическая сила. Там сильные фермерские партии, сильные протесты вообще в Европе. Так, сильное фермерское движение, что в Италии, что во Франции особенно, в Голландии. Напомню, что две трети всех субсидий Европейского Союза, которые тратит Брюссель, это сельское хозяйство. Для того, чтобы держать конкурентоспособность, для того, чтобы они не разорились, потому что это социальная проблема, куда девать их. А, например, у Франции сельскохозяйственная продукция – это еще и исторические бренды. Французские сыры, французские вина, которые, кстати, проигрывают конкурентоспособность сегодня калифорнийским винам, новозеландским винам, южноафриканским винам. Там они хорошее вино, относительно дешевое, так, относительно французское. Кстати говоря, французское правительство выделило вот в последнее время 200 миллионов евро для поддержания французских виноделов, чтобы они не разорились. Потому что потом делать с ними? Поэтому и так во всем Европейском Союзе. Что с нами, какая тут, ну, как бы, в чем проблема наша? Точнее, это не наша проблема, это их проблема. Потому что у нас крупнотоварное сельское хозяйство. Оно осталось еще от советских времен. Колхозы, совхозы, советские хозяйства. Латифундисты. Да, потом они стали латифундисты, но есть один момент. Можно называть это по-разному, латифундии, можно там называть индустриальное сельское хозяйство, а не мелкотоварное. Это называется вообще-то на нейтральном языке крупнотоварное.
сельское хозяйство. Ну, я как экономист, политэконом по образованию, я немножко тоже в этом, скажем так, крупнотоварном производстве, чтобы понимать, что такое мелкотоварное, что такое крупнотоварное производство. Вот. Это когда большие поля, не засевается, техника и большие площади посевов. Так? И получается эффект масштаба. Масштабированное производство, оно экономит трудовые затраты, оно экономит на семена, на посевные и так далее. Особенно оно дает возможность применять технику, потому что на мелких участках вы технику не будете применять, так? Потому что это невыгодно. А вот когда большие участки, так, можно применять. Поэтому наши, плюс климатические условия у нас лучше и земля лучше, поэтому наше зерно и производство продукции сельского хозяйства, например, сыры пирятинские, война войной, но они выпускаются, между прочим. Очень вкусные сыры. Ничем не уступают голландским сырам. Так, и дешевле. И поэтому, конечно, если открыть рынки, то мы забросаем, и они, мы вытесним с рынка сельхозпродукцию там Польши, Венгрии, где она намного, скажем так, дороже стоит, себестоимость ее дороже. Вот поэтому они защищают своих фермеров, защищают свои конкурентные преимущества, точнее, преимущества от наших, более конкурентоспособное сельское хозяйство. И понятно, Брюссель пока не может это разрулить ситуацию. Mm-hmm. Хотя я надеюсь, что разрулит. Я не преувеличиваю эту проблему, потому что там наши недруги пытаются там враги внести всякого рода противоречия между Польшей и Украиной, начинают там пугать, что Польша там только и ждет, и спит и видит, как она Украину там, сказать, оккупирует или Западную Украину. Все это фигня. Так? Ну ладно, это же, так сказать, побочка, как говорится. Так? А вот что касается этих проблем, они, конечно, должны быть решены на уровне Брюсселя. Должны быть, наверное, компенсации какие-то быть. Но перед выборами поляки будут эту тему качать. Можно я один маленький нюанс, значить не маленький, а те, що казав міністр сільського господарства Польщі. Значить, коли ми вступали в ЄС, ми так само поступилися своїми національними інтересами, тому що правила у цієї сім'ї європейської, вони жорсткі. І Україна, якщо хоче, вона так само має поступитися деякими своїми інтересами. Все просто. Понятно, что есть интересы немецких аграриев, как у нас сказали бы, бюргеров, так, бауэров, которые тоже немецкое сельское хозяйство, особенно Восточная Европа, это Польша, Украина, Восточная Германия, так, Восточная Германия в данном случае географическая, это так называемый ржаной пояс Европы. Это еще с 18 столетия, когда развивалось сельское хозяйство на территории Восточной Европы, было второе закрепощение крестьян. В то время, когда шла промышленная революция в Англии и во Франции, и города росли, рабочая сила концентрировалась, надо было кормить. А сельское хозяйство, допустим, тоже Франция, Англия не имеет таких зерновых условий, а хлеб. Как говорили, всему голова, так? И хлеб это самый дешевый продукт, так? И тогда, тем более, в те времена. Поэтому вот Польша, Пруссия, сейчас вот это Восточная Германия, так? Украина, еще в те времена, это второе закрепощение, крепостное право. И в России тоже оно получило вторую редакцию. На Западе, в связи с промышленной революцией, крепостное право пало, потому что надо было развивать промышленное производство. Отсюда они лидеры индустриальной революции. Британия, Франция, Голландия. Так? Вот. А у нас наоборот. Это вот ржаной пояс Европы. Так вот, но поляки немножко лукавят. Дело в том, что когда они шли на уступки, им же дали другие преференции. Например, так называемых региональных фондов Европейского Союза. Были профинансированы все инфраструктурные проекты Польши. У них аэропорта не было нормального. Подождите, аэропорт только где-то лет 15 назад нормально отстроили. У нас уже были. Борисполь у нас, знаете, когда построили хороший новый аэропорт и дорогу? Аж в 1972 году, когда сюда приезжал Никсон. Так, Никсон. Все мы прогадываем, где и в каком стиле была Польша у 90-х. Совершенно верно. Никсон был, я помню прекрасно, это когда он приезжал в Киев. Киевский университет был в красном здании. Так? Он был в Москве, потом в Киев приезжал. И вот как раз к его поездке сделали аэропорт Борисполь. Так? У них такого не было аэропорта. Я даже был вот в Белграде, но не было даже это, в 15 году или 16 году, даже наши аэропорты лучше были. Потому что в 12 году мы построили к чемпионату Европы отличные аэропорты. А там даже не было такого. Я же говорю про Белфаст. Я был в Белфасте вообще. Сказать, деревня, как говорится. Так, это просто, чтобы мы немножко понимали, в какой стране мы живем и что надо ценить. И это надо ценить, то, что у нас было, а не все разрушать.
налево и направо, начиная от медицины, образования, заканчивая архитектурой, строительством и так далее. Так вот, они лукавят, потому что за счет вот этих региональных фондов, в обмен на уступки на по сельскому хозяйству, они получали бесплатно на строительство дорог, на строительство аэропортов, на строительство мостов. Они дороги только построили вот 20 лет, как только они вошли в Европейский Союз, у них началось нормальное дорожное строительство. Почему это Европа делает? Тоже не потому, что альтруисты. Потому что надо выровнять уровень регионального развития, то все уедут в Западную Европу, и кто останется? Поэтому надо было развивать инфраструктурные проекты, строить новые производства какие-то, ручные, сборочные. Кстати говоря, вот Словакия, 5 миллионов жителей в Словакии, третье место по производству автомобилей. А что, они автомобили эти сконструировали? Нет, это все приехали или Volkswagen немцы, или Ford строили, они только сборочные. Восточная Европа прошла реформы, все так провели. Мы говорим, вот у них экономический рост, они хорошо живут. Да, с точки зрения среднего, мелкого бизнеса они сделали шаг вперед. Но ни одна из этих стран не стала промышленным хабом. Там нету конструкторских разработок, там ничего не конструируется. Все конструируется, например, автомобили. Дюссельдорф, Бавария, Мюнхен. Там, где автомобилестроение, авиастроение, так, ну, Airbus, так, это Брюссель, Париж и Западная Германия тоже, потому что мозги инженерные, конструкторские мозги находятся в Западной Европе. Да, Вадим Юрьевич, а якщо, да. От, да, ми згадували, що у нас латифундисти, якщо ми, а пригадуєте, до речі, у нас дуже багато було популярних законодавчих ініціатив або популістичних лозунгів, ви зараз мені підкажете, ми, значить, будемо позбуватися латифундистів, боротьба значить, аграрні олігархи і так далі. Але якщо ми візьмемо правила Європейського Союзу і декомунізуємо наше СХ-виробництво, скажімо так, СХ-сектор, не буде у нас латифундистів і так далі, у нас буде як в Європі, да, роздрібнене СХ-виробництво. Значить, чи не означає це автоматом, що уся продукція, той самий хліб, він стане набагато дорожчим? С одной стороны, смотрите, это латифундия в чем? Когда не вкладывается инфраструктуру, когда только эксплуатируется земля и трудовые ресурсы, и машины. А чтобы латифундии не было, чтобы это было крупнотоварное индустриальное производство, надо вкладывать в землю, культивировать. Так, агрономная наука, новые технологии. Села, поселения должны вкладываться, а не вытягиваться из них. Понимаете, чтобы как бы зарплаты нормальные. Понятно, что сейчас мы где-то между латифундиями и крупнотоварным индустриальным сельским хозяйством. Поэтому, конечно, от латифундистских вот этих тенденций олигархических надо, конечно, освобождаться. Да? Но, тем не менее, это не надо, чтобы мы сейчас сделали шаг назад на дробление земли, дробление участков, раздавать их налево и направо. Это, если должно это делаться, так, для того, чтобы землю людям, например, дать, так, или, то надо, первое, чтобы было законно, это все скупка земли была законная. Это раз. Во-вторых, чтобы не было мелкотоварности, вот эти мелкие участки давать, а потом все равно же продаст. Вот как когда-то заводы ваучером сделали, потом все равно же продали. Так, значит, надо уйти от этих ошибок. Так, чтобы не было концентрации богатства в одних руках. Понимаете, чтобы это все-таки государство от этого получало. Это аренда, у государственная земля, у государства аренда. Например, там на 49 лет. На 90 лет, да? Государство идет за аренду, государство это бюджет, а из бюджета идет куда? На медицину, на образование, на инфраструктуру, на армию, между прочим, на ракетные программы. А так за счет чего эти ракетные программы делать, если концентрация земельного богатства будет в одних руках? Олигархия, аграрная олигархия или латифундисты, это имеет отношение не только и не столько к технологии, и масштабности сельского хозяйства, сколько концентрации денег и земельных ресурсов в одних руках, которые бесконтрольно со стороны государства используются в своих интересах. Государство и народ, которые государство представляет народ, потому что земля народная. Земля – это данная Богом, а не кому-то, не кто-то ее произвел. Это же, понимаете, земля – это же невосполнимый ресурс. Это же не то, что вы взяли эту землю, произвели сами. Например, там, будучи каким-нибудь мастером или придумали инженерный, так, и вы получили патент, и вы на этом сделали большой какой-нибудь цифровой бизнес. Земля это вам природа дала, вы родились, вот эта земля была, она до вас была. И если эту землю раздавать налево и направо в руки бесконтрольно, и чтобы ее скупали, вот это, конечно, не годится. Но еще раз вы уже сказали про, скажем так, советские колхозы и так далее. Смотрите, тут тоже ситуация есть одна. Почему спор такой возникает? Потому что Европейский Союз видит наше место в европейском и международном разделении труда
В основном, если не исключительно, с точки зрения аграрного производства. Ну, как сказал Билл Гейтс, Украина – это хлебная корзина, хлебный кошик мира. Знаете, а это... мы и не відмовляємося про это президента. Смотрите, если это монопрофильное только, нельзя. Знаете, понятно, что кажут, ну, это теория международного разделения труда и теория сравнительных издержек Давида Рикардо, так? Он говорил, что каждая страна должна, она неправильно, что потом критиковали его, но многие взяли за на вооружение, что зачем, например, стране что-то строить, если у него есть бананы или кофе, которые можно продать на рынке. Знаете, на рынке можно продать, и за счет этого можно жить. Кстати, ну, смотрите, в Африке или в Центральной Америке есть страны, в которых кофейные плантации и так далее. Но почему Западная Германия является чемпионом по производству кофе? У нее же нет кофе, зерна не растут. Потому что они берут зерна, покупают у какой-нибудь там африканской страны, перерабатывают, и мы получаем на выходе Якобс. Хороший кофе, да, который реклама, пахнет он хорошо, там как там утром нам показывают, да, когда просыпаются люди, это все кофе, да, красивое. Вот это плохо, когда вам дают только монопрофильность, а куда мы денем сельское хозяйство, а куда мы денем промышленность нашу, военную промышленность, авиапромышленность, авто, ну ладно, авто мы уже убили, промышленность, так, другие, сельскохозяйственное машиностроение. Космос, еще раз говорю, да. Восточная Европа, она так и не стала промышленным хабом, их вернули. Что международное разделение труда или европейское разделение труда, которое у них было до Европейского Союза, было до Первой мировой войны и между Первой и Второй мировой войны. Это только сельское хозяйство. И я напоминаю, есть такой венгерский социолог и философ Иштван Сабо. У него есть прекрасная книга, которая называется «Убожество Центральной Европе». Потому что там маленькие, националистические очень, мстительные, этнократические государства с монопрофильной экономикой, сельское хозяйство. Кстати говоря, из-за Восточной Европы Первая мировая, Центральной Европы Первая мировая война, Вторая мировая война была. Поэтому нам не надо, вот, многие так видят нас, что мы хотим тоже стать вот такой Центральной Европой, наподобие Польши, Венгрии. Нет. Мы не должны вернуться в досоветскую экономическую идентичность. Мы должны сохранить промышленный потенциал. Как ни странно, военные действия тут тоже помогают, потому что раньше на эти ракетные программы никто не мог бы обращать внимание. Ну нет, так и нет. Так? И будем в Европейский Союз, будем производить молоко, там, сыры, что там еще, зерно. А сейчас стоит вопрос о том, что надо хорошо вооружиться. Причем вам сегодня могут дать оружие, а завтра не дать. А должны мы не зависеть от того, кто-то даст нам или не даст. Мы должны иметь свое, военно-промышленный комплекс. Да. Моноэкономика – это как похідна от автократичных режимов. Вы знаете, это очень часто такое бывает. Конечно, я скажу, может быть, это жарти або, знаете, певний сарказм, але як Куба, да, нещодавно казала, навіщо нам щось змінювати, якщо наркотрафік у нас добре працює. А кто-то на наркотрафіки сидит, кто-то на кофе сидит, кто-то на это. Да. И это выгодно, потому что вы застреваете в развитии, абсолютно. Вы не развиваетесь, вы просто начинаете гнить, или точнее подгнивать и деградировать потом. А вот от этого мы ни в коем случае, мы должны иметь многопрофильную экономику, мы должны подумать о том, как все-таки, на каких условиях мы Европейский Союз, не все принимать. То, что нам будут предлагать. Может, на этом клин не сошелся, чтобы быть членом Европейского Союза вот в нынешних условиях. Мы не знаем, что будет. Может иметь ассоциация свободной торговли, которая у нас есть, и работать на все рынки. Но в конечном счете вот Турция, она в НАТО, но в Европейский Союз ее так и не приняли, так и не примут. Турки попросили. Сейчас, что они страдают, у них хорошо экономика развивается и без Европейского Союза. В конечном счете, можно получить от Европейского Союза, скажем так, единое таможенное пространство, таможенный рынок, без членства, там, ну таможня, так, для того, чтобы не было таможенных там каких-то квот там или преград и прочее, ну упростить торговлю, так, но это тоже вопросы договоров, там уже это как проводить и все. И последнее, вот мы говорим о ВТО, так, о СОТ, ну, Световая Организация Торговли, мы тоже очень много там слишком быстро шли, очень много поздавали позиции, которые можно было не сдавать.
И там некоторые вещи для нас невыгодны. Мы очень так хотели в западный мир вот это, так, 90-е годы, 2000-е годы. Я понимаю, это идеологически было правильно. Поскорее там, геть від Москвы, там, скорее бы там уже в Европу, потому что там плохо на Востоке, там все темное, Мордор и так далее, а тут все светлое, райское и хорошо жить, как сказал когда-то один политолог, правда, он сейчас уехал уже, и в Крыму живет. Он сказал, лучше пить кофе в Париже, чем водку в Сургуте. Я помню, он там, сказать, так... Не будем указывать, кто это сказал. Вот такая была идеология такая. Но сейчас мы уже понимаем, что это немножко был упрощенный взгляд. Он, может, на то время имел какое-то под собой основание чисто политическое, идеологическое, но не экономическое. А сейчас время политэкономии задуматься над тем, чтобы правильная, в принципе, цель включения в евроатлантический мир не привела к тому, чтобы загубить все наши достижения предыдущей эпохи. Не все темное. Конец, как там, наследие мрачных времен, как пел Высоцкий, так, а что-то было и правильное, и сделанное, так, и, смотрите, тут еще один момент, связанный, если у вас только сельское хозяйство, значит, зачем, причем оно крупномасштабное, то не надо больших рабочих сил и фермеров, значит, это примерно надо там, сколько там рабочих рук, которые могут обслуживать там торговлю, да, обслуживать туристов, обслуживать... Ну, рабочая сила, ну, хорошо, миллионов семь, 20 миллионов жителей. 20 миллионов жителей, больше вам не надо. Почему вам больше не надо? Потому что заводов больших нету. Ну, может, на армию надо будет, ну, не знаю. Заводов больших нету. Дальше, если у вас только сельское хозяйство, а промышленность как бы не развивается и не является, и вы не промышленная держава, а просто аграрная держава, не аграрно-промышленная, а аграрная держава, зачем вам столько политехнических институтов? Ну, я помню, в мое время я работал в Харьковском политехе и преподавал. Да? 30 тысяч было студентов. В универе, который я заканчивал, потом же работал. 14 на очном обучении тысяч. Потому что всякие механико-математические факультеты, всякие автоматика, телемеханика связи, тракторостроение. Это же большие города фактически были. Так? В Киеве политех какой-то тоже где-то под 30 тысяч. Универы. Если не нужны инженеры, зачем столько? Вы что, будете готовить на Запад? Будете готовить инженера, они будут уезжать на Запад? Дальше. Если вам не нужно столько политехов, институтов, значит, вам и школы нужны другие. Зачем студент готовить учеников для того, чтобы они учились в политехе? Их надо, чтобы они учились в каком-нибудь простом, например, там, на этого менеджера по продажам, например. Так, или какого-нибудь менеджер, бьюти-блогер, например. Тоже есть такие специальности. Так, или там по ТикТоку, например. Зачем? Школа тогда не нужна, просто в школу можно вообще не ходить. Потому что дети с самого детства уже в гаджетах разбираются лучше, чем учителя и преподаватели. То есть это существенно сокращает, держава, да? Это сокращает существенно количество населения, но просто будут лишние люди. Куда они будут деваться? Куда они будут деваться? Либо будут сидеть на пособие, так? Но, слава богу, мы не, как бы так сказать, не кварталы отдельные западных стран, например, тоже Америки, где есть кварталы богатые, а есть кварталы, где сидят на велфере, на наркоте и на других, скажем так, как там называется, манфетамины или как там. Ну, ладно, это я... Выбачьте, не знаю. Ну, я тоже, слава богу, так? Вот. Так что... Знаете, это тогда просто станет вопрос, зачем на такой территории большой, так, большая, одна из самых больших территориальных стран в Европе, 20 миллионов человек. В мире, кстати, земли не хватает для жилья. Окей, оскільки ви вже заговорили про зайвих людей, да, тоді трошки зміню те, що я запропонувала в нашому ефірі. Друзі, підготуйте мені, будь ласка, інтерв'ю Михайла Подоляка, який сказав, що усі ухилянти, які поїхали, незаконно виїхали за кордон із липовими медичними довідками, на них потім по поверненню в Україну очікують певні юридичні наслідки. Да, давайте почуємо Михайла Подоляка і подискутуємо, що це за у нас стратегія повернення наших громадян потім назад до батьківщини. Будуть реєстри людей, те, которые получали эти фиктивные справки, и потом у них будут проблемы при возврате уже в Украину, ну, соответственно, будут дальше уже идти юридические процедуры при возврате. Ну, имеется в виду, если они добровольно сейчас не возвращаются сами, то потом, если когда война закончилась, они будут возвращаться, ну, наверное, будут определенные юридические проблемы у них, ну, потому что нужно будет выяснять основания, почему они покинули страну и так далее и тому подобное. Да, це інтерв'ю для Юлії Латиніної, це російська журналістка. Значить,
наша стратегія, наша суть у чому? Це ж не перший меседж, який ми чуємо від представників нашої влади, да, щодо мотивації повернення наших громадян. Але ми виходить так, що ми, ну, давайте так, є історія зі законністю, є історія з певною справедливістю і так далі. А є, ну, вибачте, да, є реалії, і є певна стратегія нашої держави, як ми потім думаємо повертати людей. Чи ми не думаємо їх повертати? Да. Ну, Юлія Латиніна, дочь известных російських літературних критиків, Алла Латиніна, мама її, ну, я пам'ятаю, хорошо, читав когда-то їх отца теж. Вот, ну, зараз вона, по-моєму, в Германії живе, якщо не ошибаюсь. Не на території Росії, да. Точно. Вот. Тепер, що касається цього висказування. Ну, тут, понимаете, я не знаю, ну, може, неудачне по формі. Почему? Потому что люди не приедут, не будут возвращаться. И что мы тут, и как мы окажемся тут? Окажемся так, что тут будут много молодых девочек и вообще-то, скажем так, не очень молодых мужчин. Так, пожилых мужчин. И вообще мало молодежи будет. А вы знаете, что такое молодежь? Молодежь создает свою среду. Начиная от инновативности, стартапа во всех способах жизни, начиная с поездок на самокатах, потому что все-таки больше молодых на самокатах катается, чем постарше, скажем так, или тех людей похилого віку, то есть віку, який уже схиляется, наклон идет, или пожилой, это то, что уже пожило. То, что пожило. Дискурс какой, так, если вдуматься. Похилого віку, он уже схилився перед своими руками. И пожил, да. Перед руками, говорит, пожил. Да? Слова. Не обманешь. Так? Вот. А во-вторых, они создают свою среду. Это городская среда, это интернет-кафе, это всякие фудкоры. Понимаете, для старшего поколения другие важные вещи. Это там зелень, там, дорожки, походить, погулять. Молодежь создает современную, городскую, инновативную среду. Если тут не будет молодежи, понимаете, мы загубим город. Я давно говорю, что смотрите, вот посмотрите на город Гео. Ну, в Европе Вена лучше. Вот если взять восточный центр, все остальные даже не годятся. Варшава, там, это, Братислава, ну, это все кукольные, музейные, особенно вот Прага, Братислава, там, Будапешт. Это все такие музейные города. Но Варшава развивается, потому что Польша развивается, так, в том числе и за счет наших этих беженцев, приезжих, и раньше которые ехали, и так и тому подобное. Ну, в принципе, по архитектуре, по Киеву посмотреть. Посмотрите, у нас центр города, там французский квартал, вот здесь, там оперный театр. Это же, ну, видно, это европейский город. Со своей, это, знаете, даже есть такая художественная школа, называется Южная Виталия. Мы Киев, Южная Виталия. Есть Италия, это Виталия. Так, витализм, отсюда Виталия, витально шла жизнь. А мы сейчас это всю витальность теряем, жизнь. Потому что люди уезжают, потому что война есть война. Война это не витальность. Война это совсем, это некроз. Так, это угроза некроса. Так, некрократия, как говорится. Так, есть такой Бамбе. Кенийский, по-моему, британский философ, вот он как раз пишет о некрократии, некрополитике и так далее. У него целый ряд трудов есть, так, на этот счет. Рекомендую. Бамбе. Вот. И поэтому, если мы, нам надо сюда, наоборот, на молодежи надо побольше сюда. Не надо их пугать войной. Если, я еще раз говорю, воевать надо, надо защищать свою страну, но надо переходить на контракты, это должно быть добровольно, это должно быть проплачено, это должно быть плата за риск, потому что военная это профессия, так, в современном мире. Тем более сейчас нет такой необходимости, потому что враг не у ворот Киева, война там идет, но она идет на восточных землях, так, Украины, за восточные земли, за южно-восточные земли, но не здесь. Я понимаю, когда бы здесь, вот, допустим, 22 год, это одна история. Но сейчас наоборот. Потому что главным, в конечном счете, в войне это солдат. И задача солдата, как говорит, всегда подчеркивает мой партнер по беседам на военные темы, полковник Стариков, солдат должен не умирать, а побеждать. Вот его задача. Так? Поэтому в любом гражданской жизни, военной жизни, главное это всегда человек. Это то, что называется человеческий капитал, гуманитарный капитал и так далее. Поэтому страна сильна людьми, особенно молодыми, образованными и так далее. Поэтому, и слава богу, у нас молодежи много, но ее становится меньше, меньше становится. Мы же не хотим быть странами Балтии, стареющие нации, живущие, да, на пенсии Европейского Союза. Европейский Союз может заплатить, там, дать возможность платить там 3000 евро пенсионеру какому-нибудь в Риге.
Но там жизни нету. Понимаете, жизнь, витальность, уходит витальность. Куда она уходит? Она уходит либо в Дубай, либо в Дубай, либо в Шанхай и Гуанчжоу, так? Либо, где сейчас многие, если в Стамбуле, Стамбул, Анкара. Это правда. Заводы переезжают туда, фирмы переезжают, а значит налоги платят там, и людей забирают, квалифицированные кадры забирают туда. Так? Я не буду назвать еще один город, не буду, чтобы тут не обвиняли. И где? Берлин, ну Берлин может быть там, не знаю, и конечно Северная Америка тоже остается. Знаете, нам надо витальность эту вернуть. Поэтому я не думаю, что это как бы там специально или как-то может быть, есть такие планы. Но надо быть очень аккуратными, потому что люди сейчас ловят, жадно ловят каждое слово политика, советника. Потому что каждое слово это на вес жизни, даже не на вес золота. Потому что жизнь это больше, чем золото. Никакие ни деньгами не купишь, ни здоровья не купишь, ни жизнь тем более не купишь. Поэтому надо думать все-таки о том, чтобы страну начинать развивать. Владимир Юрьевич, знаете, да. Говорю, даже западные банкиры пишут, вкладывай. А как вкладывать? Куда вкладывать? А нету планов развития. Да, я понимаю, даже если война идет, надо уже сейчас готовить планы, не просто восстановление. Дайте нам столько-то, эти дайте на Витбудову, дайте это. Планы развития страны. Например, я предлагаю так. 50-летию независимости Украины должен быть план. Почему? Потому что, например... Тоже Китай готовится, Индия готовится. План к столетию образования Индии в 1947 году. Китай в 1949 году, 1 октября. Они уже готовятся к столетию. Как встретить столетие? Выйти в ранг наиболее развитых, технологически мощных государств, тем более с такой большой демографией. Почему Китай и, вот, например, Китай и Индия сегодня в топе, в тренде? Тренде, что молодые, витальные нации. По 1,5 миллиарда, ну там 1,2 миллиарда, там и все. Не Россия, потому что там убыль населения. Что не говори, а убыль населения. Так в Америке растет, ну за счет приезжих, за счет мигрантов. Но они сейчас, и завтра их не будет, а тут за счет своих. Поэтому надо сейчас, уже сейчас, несмотря на войну и так далее, думать не о войне и о оружии. Это пусть занимается новый министр обороны, генштаб и так далее. А политики должны сосредоточиться на этом. Я просто боюсь, что сейчас выборы будут, и все будут говорить о войне. А надо говорить уже о мире. Политики должны говорить о мире. Пусть говорят, это выборы не должны быть уже сегодня не верховного главнокомандующего, если выборы, допустим, в марте месяце, а выборы главы государств. Тоді давайте, Вадим Юрійович, одразу далі по темі. Давайте, ми очікуємо на цьому тижні приїзду Володимира Зеленського до Генасамблеї ООН. Зокрема, про що там будуть говорити? Про війну чи про мир? Я для вас підготувала, для наших шановних глядачів, цитату з The Guardian, директора міжнародної кризової групи при Організації Об'єднаних Націй, Річарда Гоу. Зокрема, він каже, що на Зеленського очікує, так би мовити, серйозна відсіч на Генасамблеї ООН, якщо Зеленський продовжить уникати розмов про дипломатичне вирішення війни Росії проти України. Давайте почуємо. Ми не маємо недооцінювати ризику. Якщо Зеленський з'явиться на Генасамблею та до Ради безпеки і наполягатиме на тому, що Україна має продовжувати боротьбу і що зараз не час для дипломатії, то я думаю, він отримає серйозну відсіч. Річард Гоуен, директор міжнародної кризової групи ООН. Зокрема, я одразу хочу паралельно дати витяг з інтерв'ю нашого президента телеканалу CBS, де Зеленський коментував контрнаступ ЗСУ. Зокрема, він заявив, що все рівно, да, наступ, якщо він йде повільно, ну, по-перше, да, ми бережемо власні сили, ми бережемо кожного нашого військового, але ми будемо йти далі. Як би тяжко не було, все ж таки далі ми йти будемо, тому що... А Путін не має розслаблятися. Давайте почуємо нашого президента. Да, колеги. Наступ, хоч і значний, має операційні та тактичні цілі, які обмежені. Навіть якщо вони й будуть цілком досягнуті, то не дозволять повністю вибити росіян, що є ширшою стратегічною метою Зеленського. Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
я одразу дякую своїм колегам, тому що я хотіла так само показати і заяву Марка Міллі, начальника штабів США, генерала, тому що його цитата, на мій погляд, навіть важливіша. Да, коли людина вже каже, що ми можемо і не досягти тих цілей, які намітили щодо виходу на кордон 91-го року через нинішній контрнаступ. І от, Володимир Юрійович, давайте все підсумуємо. Да, є заява генерала Марка Міллі, який каже, що ми можемо не дійти до кордонів 91-го року. Тоді у мене виникає питання, а у нас є план Б, якщо контрнаступ не спрацює? Тому що його нам публічно не кажуть. І повертаємося до Генасамблеї ООН, де вже представник кризового штабу заявляє, що, ну, можливо, президенту і скажуть, вже прямо про дипломацію. Хорошо. Я коротко про план Б. Коротко. Є план Б, это дальновойные атакамсы Таурусы, так? Получить. Так. Плюс Storm Shadow, плюс Скальп французский. Это так. Примерно где-то 300 ракет. Война становится, осенью она становится на земле. Грязь будет. Грязь и вода будет. Так, значит, она перейдет куда? Военно-воздушная составляющая. Это будет война дронов и ракет. Вот вам план Б. И ведь по Крыму ограничивать Черноморский флот, возможности Черноморского флота. В связи с тем, что оттуда запускаются тоже ракеты, которые бьют потом по Украине. Добывать флот. Да. Это план Б, но это, скажем так, план Б на какую-то передышку. Я бы так сказал, такой подплан. Это не настоящий план, потому что плана на 24-й год как раз сейчас и вырабатывается. Очень много противоречивых заявлений. Посмотрите, президент Финляндии говорит, что если дальше эскалация, то может Третья мировая война, это ядерная война. Я Путина знаю, примерно так он сказал. Так? Многие на Западе сейчас пишут. Илон Маск тоже вот говорит о том, что или Трамп говорит, или там республиканцы, сколько там, 71% опрошенных республиканцев, ну, сторонников республиканской партии против помощи Украине. 62% демократов за. Помощь. Ілон Маск, зараз покажемо, друзі, дайте, будь ласка, твіт Ілона Маска, де він прокоментував, зокрема, пост бізнесмена Девіда Сакса, який сказав наступне, я процитую, зараз ми покажемо цей пост. Українські територіальні вигоди від хваленого контрнаступу настільки незначні, що їх ледве можна побачити на карті. Да, і навіть мапу налював, значить, захоплених, окупованих Росією територій України, зокрема, наголошено тому, що ми кладемо забагато наших військових, багато втрачаємо життів, і це не можна співставити із незначними, як каже цей бізнесмен, територіями. Ну, звичайно, якщо мова не про твої території, то вони завжди для тебе незначні. І Маск відповідає, будь ласка, так, багато смертей за щось маленьке. So much death for so little. Да, вот такие настрои, Вадим Юрьевич, это настрои. Ну, это куда едет президент, там такие настрои. Ну, настрои, поэтому и все-таки в Америке тоже ситуация сложная. Смотрите, ну хорошо, Байден нам даст еще атакамсы, так и таурусы. А вот дадут ли нам необходимое количество оружия, а это должна быть авиационная составляющая, для наступления в 2024 году. Вот идет избирательная кампания у Байдена. Так? А тут нету побед. Ну опять где-то. Россия же тоже сильная страна. Как что ему скажут избиратель? Он точно тогда проиграет. А если, не дай бог, у России будет получаться что-то, так, и они там будут контрнаступать, то, как бы, тогда вообще ему, так сказать, проигрывает. И все. И выиграет Трамп. Поэтому они должны действовать осторожно, потому что Трамп связал свои предвыборные перспективы с ситуацией на фронте в Украине. А ситуация на фронте волатильная. Несмотря на то, что позиционный тупик, но никто не знает, никто не выиграл, никто не проиграл. Но это по-разному можно трактовать. Что вы, республиканцы, говорят, вы дали украинцам столько, столько, столько хотели, почему на Гавайи деньги не идут, на відбудову, Гавайи, после этого пожара, так? Или там смерча этого, а в Украину они идут, тем более нет успеха. Представьте успех. А мы, американский налогоплательщик, тратит деньги на что? На вот это продвижение, ну, это масло говорит, да? Ну, Володимир Юрійович, нещодавно представники Республіканської партії США, вони навпаки звернулися до Джо Байдена, щоб він надав атакамси. Хто іменно? Это, є Республіканська партія трампісти, а є Лінсі Грем і так далі, там маккейновці. Но Маккейна нет. І хто у нас, точнее, не у нас, а у них, республіканців, фаворит? Трамп, Рама, Вівік Рамасвамі і Дусантіс.
Все. А они как раз вот эти, тем более, 61% республиканцев против помощи, значит, они же голосовать будут. Съезд еще будет. Поэтому у Байдена ситуация такая. Поэтому я думаю, атакамцы не дадут, а это наступление может быть или план Б. Если Байден выиграет, тогда еще. Самолеты как раз подойдут и так далее. Но что до этого будет делать Россия, надо еще понимать. Теперь главное. Вот урок из этого всего. Так. И вообще из этой всей истории. Смотрите, современные войны ведутся не за земли. За земли воевали феодалы и автократы в 20-м столетии. За земли. За прирезание территорий. Я понимаю, это Россия у нас забрала территорию, мы должны их отвоевать. Но не любой ценой. Мы должны воевать за людей. Сегодня же войны идут за мозги. Сегодня же за ментальные войны. Что такое поп-культура? Что такое кинофильмы? Что такое фильм «Барби»? На него валят все, кому не лень. Это значит, завоевали умы і серця зрителя. Завдяки менеджменту, Вадим Юрійович. Завдяки менеджменту. Совершенно верно. А не важно. Главное, що йдуть, смотрять, беруть попкорн, смотрят, а потім це все ведеться. Імперія ігрушок, которая на Западі, як вона розвивається, так? Це ж теж імперія відеоігр. Посмотрите, комп'ютерні ігри, гейміфікація, так скажем, мира. Вот это за людей воюют сегодня. Неважно на какой территории. Поп-культура, рок-культура, рэп-культура. Советский Союз чего? Распался тоже. Со многим причинам, но еще в 50-е годы был такой социолог. Незмит, по-моему, он написал, как уничтожить Советский Союз. Знаете, как у него ответ был? Называлась статья. Брось с парашюта выпустить 50 мешков нейлоновых рубашек. Были модные 50-е годы нейлоновых рубашек. Да? А балоневые плащи были в 60-е годы. За ними тут гонялись. Вообще, как я помню, родители, так сказать, хотели. Все. Все, Советский Союз, потому что джинсы, рок-музыка и так далее. Вся эта, так сказать, сладкая жизнь, бары, рестораны и так далее. Все это. И повалилось все. Потому что капитализм современный, он взял эстетически. И капитализм победил экономически и эстетически. Реклама. Приезжали, посмотрите, как этот рассказывал Джон МакГилл, который привозил музыкантов там Мотли Крю, Оззи Осборна, Скид Роу, Бон Джови и Скорпион в 1989 году в Москву на концерт «Рок против наркотиков» на в Лужниках, который был два дня, и который там перевернул вообще-то все. Когда этот концерт видел, я понял, что Советскому Союзу все, его не будет просто. А это был не 91-й год, а 89-й год. Когда полный стадион, и еще пацаны, курсанты и военные в фуражках, военные танцевали, так сказать, рок-н-ролл и кричали, там, подсвистывали, там, Мотли Крю, например, группе, так? Так вот, он приехал, говорит, что когда он приехал смотреть Москву, говорит, что его поразило, ни одной рекламы не было, ни одной рекламы. И когда они привозили концерт, они привезли целые фуры льда, потому что льда не было. Так, а лед должен быть и так далее, и все прочее. Понимаете, вот на этом выиграл все. Это война за умы. Советский Союз проиграл войну за умы, а не потому, что он экономически или военным был слабее Запада. Сейчас, кстати, Запад тоже может проигрывать и за умы. Тех же китайцев, индийцев. Потому что вся эта, скажем так, бодяга сегодняшней культурной войны, которые в Америке ведутся, они тоже как бы не усиливают Америку, между прочим. А главное, вот это республиканцы, скажем так, белые, и вот эти все разного рода мультирасовые, скажем так, политические силы между собой воюют. Но еще раз говорю, если мы хотим возвратить земли, мы сначала должны возвратить людей. Людей да. Сначала возвратить чем? Привлекайте украинскими политическими ценностями. Політичними ценностями, мультикультурністю. Ви до кого зараз апелюєте? Я хто зараз може продукувати політичні цінності, формувати смисли, смисли майбутнього, стратегію розвитку держави. Для чого ми здесь кожен понедільник, як ви говорите, вмотивовуємо? Да, Вадимович, да, ну, щоб мотивувати, треба продукувати певні сенси. Ну, мультикультурності ми ж должны, а ми наоборот зажимаємо, ми пугаємо. Я просто зараз перебираю в голові. Що ми прийдемо в Крим, ми вас там всіх заставимо говорити, а кто не будет слушаться, мы отправим обратно куда-нибудь. Там, да, я просто перебираю в голове всю нашу да, вот, поважную значит, чиновницьку там, представительство наше, политическую элиту, и просто думаю, до кого вы апеллируете? Изменить отношение к войне. Сейчас война не за земли. Это феодалы боролись за земли. Давайте почему нашего президента. Я все-таки пообещаю, да, как президент в одном из своих интервью все-таки характеризовал контрнаступ. Давай. А, да, ну тоді, якщо немає, тоді я вам зацитую. Да. Ми повинні
воевать, не воевать, принимать решение о наступлении, о контрнаступлении, об отступлении. Не потому, что Путину там хорошо или плохо, а хорошо или плохо нам, Украине. Понимаете, у нас руководство вот это зациклено на Путина. Он что, главный референт, референтная точка, помните, был я или Путин? Обирайте меня, або обирайте Путина. В 19-м году Порошенко говорил. И мы начинаем повторять эту же ошибку, або я, або Путин. Да. И что? Да. Зокрема, а можна, колеги, да, якщо ну, вже хочеться президента побачити хоча б, значить, покажіть мені, будь ласка, да, скрін із нещодавнього виступу президента, і всі звернули увагу, що Володимир Олександрович трішки змінив імідж, ну, в контексті одягу. І тут вже багато хто да, робить певні, значить, певний фідбек до секретаря РНБО пана Данілова, який да, за день до війни вийшов так само у чорному одязі і казав, що ви мали б зрозуміти, що ще щось погане означає, скажімо. Так, ви б мали зрозуміти. Ми нашого президента звикли бачити у там або камуфляжі, да, або зелений одяг, і все, футболка з гербом України і так далі. Значить, тут Володимир Олександрович чомусь у чорній сорочці. Ну, просто не звикли. І це, знаєте, якось одразу врізалося в очі. Можливо, ну, це певна політехнологія. Ну, червоне – то любов, а чорне – то журба. Так? Понятно, президент в последнее время очень много говорит о том, что жертв много, и действительно, это победы эти, продвижения, они даются дорогой ценой жизни. И он же сказал, что вот ему ну, больно, когда он смотрит в глаза матерям погибшим. Говорит, только у меня один ответ для них. Это наша победа. Поэтому, конечно, это ну, совпадает. И с тем, кстати говоря, на Западе много пишут о жертвах. Это нельзя на это не обращать, не обратить внимания. Поэтому черный цвет, я думаю, он уместен. Во-вторых, ну все-таки рубашка, футболка. Лето заканчивается, осень, надо в рубашках уже. Футболочки все уже, с коротким рукавом вы же не поносите. И третьих, конечно, президент, это, ну, Цукерберг мог же носить футболочки. Так, он, как бы, человек частный, приватный, хотя и глава большой империи Фейсбука там, или Мета, а глава государства тоже есть определенный дресс-код, тем более он едет на генассамблею, встреча с лидерами. Ну, я думаю, що треба тут було дрес-код обновити. Ну, зокрема, да, цитата, яку хотіла почути, телеканалу CBS сказав президент, що, процитую, потрібно, скільки можна, деокуповувати наші території, йти вперед. Навіть якщо це менше, ніж півмилі або 100 метрів, треба це робити. Не давати спокою Путіну, не давати спокою ворогу. Ну, опять-таки, проблема не, давайте, проблема не в Путіні, а в деокупації сознання. Надо сознание докупировать. Привлекать. Дайте жизнь лучше. Скажите, что здесь ковчег. Всех, кто любит Украину. И русскоязычные. И украиноязычные. И евреиязычные. Мы же не даем вот хасидам сюда приезжать. Они же приезжают сюда. И правильно делаем, между прочим. Угу. Это говорит о том, что мы страна уникальная в этом смысле. Поэтому бороться надо за людей. А то ми за землі боремося, а хто буде на землі? Зокрема, да, ми з вами почали говорити про Генасамблею ООН. Дуже багато йде прогнозів, що там очікувати. Ми не так вже налаштовані, як перед самітом НАТО у Вільнюсі, тому що були да, надмірні очікування, а ми там ще отримали і порцію критики. Зараз критика так само є і від лідерів наших країн і так далі. Дуже багато преси пише. Але, Володимир Юрійович, да, от перше питання. Якщо дозволите, чи почуємо ми нові заяви або щось таке, чого ми не почули під час саміту да, НАТО у Вільнюсі. І друге питання щодо певного вже роздратування. Я просто хочу, да, якщо дозволите, колеги, підготуйте, будь ласка, вирізку певних дебатів між мером нашої столиці, паном Віталієм Кличко, і міністром оборони Німеччини, паном Пісторіусом. Там вже повне роздратування, якщо так влучно сказати. Давайте подивимося. Давайте. Ми доставляємо в Україну велику частину бойових танків та бойових машин піхоти. Ми доставляємо ЗСУ «Гепард» і відновили нове виробництво боєприпасів для установки. Навіщо постійно нагадувати про цей маленький пункт зі списку, коли ми не маємо повного консенсусу? Ми передали «Леопарди», «Гепарди», «ППО». Чому українські політики цього не помічають? Така ж сама історія, яка була у НАТО в Вінниці, да? Коли нам казали, ви мало дякуєте, тут бачите... Тут друга історія. Да. Тут друга історія. Ну, посил мені здається. Да. Всі хочуть критикувати президента справа, ще з більших воїнственних позицій, ще з більших мілітаристських позицій, що заганяє проблему в тупик. Ну, понимаете, в тупик йдемо. Чому? Тому що ні у кого смілості не вистачає.
покритиковать с позиции мира, дипломатического решения. Знаете, или боятся, или не хотят, или хотят все спихнуть на президента, чтобы он подписал мирные соглашения, а самим потом критиковать его. Но я смотрю на политиков, никто не говорит с позиции мира. Либо боятся, либо не знают, как сказать так, чтобы тебя не обвинили в зраде, там, в непатриотизме. А может быть, в этом и есть патриотизм, сегодня сказать. Люди гибнут, матери тоже переживают. Людей ловят на улице, так не хотят идти. Надо же, наверное, как-то политикам реагировать на это. Сказать. Может быть, надо поменять действительно как-то и дискурс, и риторику. Вот сейчас президент едет, опять, поэтому Писториус абсолютно прав. Но зачем повторять то, что говорит Зеленский? То, что президент говорит. Показать, что тоже все как бы бревно хотят нести. Бревно войны все хотят нести, как на ленинском субботнике. Это помните, да? Все хотели, не помните это бревно ленинское, нет? Когда все хотели присоединиться к этому бревну. Ну, слава Богу, что не помните, значит, вы... Я особисто не бачила, але картинки ну, бачила. От вони всі хотять це брівно війни теж піднести. Всі хотять... Долучитися. Долучитися. Так? А надо бороти, надо вже... Чому ні політичної сили або політика, яка би сказав, що, може бути, треба подумати о дипломатії? Кстати говоря, говорять. Ну, але не західного, політики не західного світу кажуть про це. Ні, правильно. І Закарія, так, Фарид Закарія, коли був в Києві на Ялтинській стратегії, він сказав, що йому говорять кулуарно деякі українські політики, в чому там сказано, деякі, але не назвав хто, які попросили об анонімності, бояться, що ли, сказати вам всеуслышання, що, може бути, треба вже і о дипломатії думати, а точніше, і о війні, і о дипломатії. Так, что надо подумать и об этом. Говорит, мы можем говорить тут что угодно, но уже приходит, ну, начинается такая ситуация, когда у многих уже напрямую есть погибшие, раненые, не просто где-то там, а которых знали, которых там дружили или которые родственники. А это уже меняет ситуацию. А во-вторых, военные тоже могут сказать. Вот я понимаю, что мы Клещеевку там или Андреевку брали накануне поездки в Нью-Йорк и уже брали-брали. Но Генштаб не подтверждает, потому что военные понимают, что это, ну, скажем так, еще рано об этом говорить. Понятно, что надо, ну, вселить уверенность в наших западных друзьях, что мы побеждаем, что мы освобождаем и так далее. Но Генштаб молчит, потому что военные понимают, что это такое. Потому что война – это кровь, смерть, слезы, пот. Страшная, страшная, страшная штука, страшная вещь. Да? И военные, как никто другой, знают. Поэтому Мили давно говорит, надо садиться за стол переговоры. Военные тоже, ну, уже говорят. Але, Вадим Юрійович, пригадайте, Шольц нещодавно знову ж таки заявив, що зараз не час для перемовин. Бачите, это, я... Нет, это час, понятно все. Но говорить о том, что дайте еще, я о другом говорю. Проблема не в этом. Садиться, смотрите, время садиться за стол переговоры – это одно. А начинать продумывать ситуацию выхода из войны не... изменив национальным интересам, а найдя взаимовыгодный компромисс, потому что ситуация, мы же не знаем дальше, как будет развиваться. Еще раз говорю, если бы у нас был свой ВПК, всегда говорю, мы имели поле для маневра, воюем сколько хотим, сколько можем. Так? Но если мы зависим от Запада, и нам дают это по пипетке, там, по таблетке, эти вооружения, так это другая ситуация. Так? Поэтому политикам это минус, что они боятся, что они не могут взять на себя смелость сказать об этом, а начинают повторять то, что говорит президент. Какой смысл быть попугаем, так, и какой смысл быть дублером у президента? Политик на то, чтобы быть критику дать, альтернативу дать, другое мнение дать. В этом же заключается суть политики. Это называется полемос. Полемика должна быть в политике, а не повтор чего угодно. Да мы, так, и демагогия. Вот у нас или повтор, или демагогия. Теперь. По поводу Генассамблеи. Президент едет туда, на Генассамблею выступит для того, чтобы, ну, скажем так, перевербовать и на сторону Украины, привлечь на сторону Украины так называемые страны глобального юга. Так, они же там в основном. Які вже проявили себе нещодавно на G20. Они страдают, да. Они, поэтому, если мы едем туда говорить о том, что надо Путина наказать, надо его победить, то это не пройдет. Надо туда ехать уже с каким-то дипломатическим решением. Так? Или точнее, думать о дипломатии. Или вообще как бы быть более гибкими. Смотрите, Путин никогда сейчас не пойдет на переговоры, ему невыгодно. Но они же говорят, мы готовы на переговоры.
Мы готовы, так как Украина же не хочет. И в этом смысле мы теряем преимущество перед странами глобального юга. Потому что Россия как бы за переговоры, а мы против. Мы говорим, нет, дальше война и так далее. Мы так не привлечены. Надо думать. Западу другое дело. У Запада свои интересы, и они тут действительно нам помогают. И мы координируем свою политику. И понятно, им задача не дать победить Путина, как и у нас задача. Не дать победу Путина, а еще и освободить территорию. Так? Не просто не дать победить Путина, а освободить территорию еще. Но это может быть дальняя задача. Но это не сразу же выполняется. Так? Это серьезная вещь. Вот. Но третьему или глобальному югу это... Понимаете, им надо сказать, что мы за дипломатию. Что, и, кстати говоря, какая-то гибкость есть, потому что в Джиде, когда вот Саудовская Аравия уже, мы уже там не настаивали на плане Зеленского, что там вот сначала освобождаем, принуждаем, побеждаем, а потом Россию сажаем за стол переговоров, и она подписывает капитуляцию. Мы уже об этом не говорили. Уже более гибкая позиция. Ну, посмотрим выступление. Я думаю, что надо тоже различать. Одно дело, когда президент говорит на западную аудиторию, задача у него одна. Для того, чтобы они не теряли веру в успех Украины и давали технику. Так? Ну, военную технику, военную помощь, новый пакет военной помощи. Аудитория глобального юга другая. И там нужны другие слова, другие подходы. И если президент не может это сказать по какому-то, так сказать, ну, тактика медийная, об этом министр иностранных дел должен сказать больше. Щодо країн глобального, так би мовити, півдня, про це говорити Джозеф Байден, зокрема, Джон Кірбі сказав, що Джозеф Байден має на меті реформувати Організацію Об'єднаних Націй і долучити ще нові країни. Зокрема, нагадаємо, є 5 основних членів, це Америка, Великобританія, Китай, Росія і Франція. А Кірбі каже, що Джозеф Байден хоче долучити ще там 5-6 країн, можливо, це і Бразилія, і Індія, і Південна Африка називалися такі країни, і Німеччина у тому числі. Да? І щоб збити, скажімо так, вплив Китаю та Росії на Організацію Об'єднаних Націй. Японія і Германія не пройдуть. І Японія, до речі. Так. Китай не дасть Японії. Ну, ООН же возникло, і Совет Безопасности. Для чого? Це ітоги Второї мирової війни. Где? Ну, от, пораження мілітаристська Японія, говоря языком того времени, и нацистская Германия, так и милитаристская Япония. Ну, как Эльмондо пишет, да, что если реформы не будет в Организации Объединенных Наций, то выходит так, что у нас Организация Объединенных Наций, я сказал, до речи, Подоляк, да, фиктивна организация, яка не відповідає реаліям, тому що реалії мають бути 2023 року, а не як зараз 1945 року. Ну, реалії, смотрите, НАТО это было тоже пристроено. Це я процитувала Эльмондо. Куставу. Смотрите, я понимаю, Байден хочет перехватить инициативу у Китая и России по БРИКСу, по Большой Двадцатке. От, абсолютно, да. Но проблема в том, что, смотрите, право вето – это обоюдоострое. Дайте право вето Бразилии, Индии и Южной Африке. И еще мы полностью забуксуем работу Организации Объединенных Наций. Вообще, понимаете, она вообще потеряет работоспособность. Да, Совет Безопасности ООН, конечно, Совет Безопасности вообще-то планировался. Это Рузвельта идея была. И договор был подписан на мирной конференции Сан-Франциско в 1944 году. Это детище было Рузвельта. Вот последние конференции в Тегеране, в Ялте, Рузвельт только про это и говорил со Сталиным. Вот, и Сталин согласился. Совет Безопасности – это мировое правительство. Туда Британия, как победитель, антигитлеровская коалиция. Кто? Британия, Советский Союз и США. Но туда, по настоянию Сталина, на что не против был Рузвельт, ввели Францию для того, чтобы сдерживать Британию. Потому что Британия тогда в Европе оказывалась, в Западной Европе ключево. Поэтому внесли и Францию. Потом уже Китай туда вошел, пятерки. Так, все ядерные державы. Между все ядерные державы. Тут надо еще тоже запомнить одну такую вещь интересную. Так, всех ядерное оружие есть. Генассамблея – это как парламент. То есть есть правительство, исполнительная власть, есть парламент. Но тогда же, когда в 1944 году задумывали, сколько было независимых государств? Аж 50. После колониальных революций в 1960 году, век Африки, да, их стало сколько сейчас? Их, по-моему, 190, там, по 200. Так, и с каждым годом их все больше и больше становится. Сила свободу. Потому что Косово там появляется, там еще что-то появляется и прочее. Кстати говоря, для того, чтобы создать себе преимущество, Сталин, по настоянию Сталина, членами ООН
стали Украина и Беларусь. Хотели еще, по-моему, там пару республик, но Рузи сказал нет. Поэтому мы основатели ООН. Для того, чтобы вместе голосовать, как говорится, больше голосов. Чтобы, знаете, как в акционерном обществе получить, размыть контрольный пакет американцев, потому что у них действительно британцы были союзниками и прочее. Вот. Теперь понятно, что если Германия и Япония, то это меняет полностью всю штуку. Если дать право вето всем, это будет черт знает что. Поэтому это поговорят, что да, мы за то, чтобы ввести, чтобы вы не собирались в БРИКСе. Зачем вам БРИКС? Лучше в Нью-Йорке. А в Нью-Йорк можно визу дать, а можно и не дать визу. Как Лаврову не дают же визу. Поэтому и говорят многие, что если реформировать его, надо переводить его в Женеву. Или лучше в Дели. Или лучше в Дубай. Так, понимаете? Потому что, а что в Нью-Йорке? В Нью-Йорке это потому, что тогда было тогда. Так, в 44-м году постановили. Так, никто же не думал, что холодная война и так далее, и так далее. Это же тоже целая история, потому что Уоллес был вице-премьером, то есть вице-президентом у Рузвельта. Но когда Рузвельт на четвертый срок шел, почему-то там оказался неизвестный сенатор штата Миссури, Гарри Трумэн. И он стал вице-президентом, потому что понимали, что Трумэн, что Рузвельт умрет, а власть достанется леваку и просоветским симпатиями Уоллесу, президента. Поэтому подсуетились и Уоллеса убрали, а поставили Гарри Трумэна. Вадим Юрійович, да. Як би не було, все рівно ми бажаємо нашому президенту тобі удачі. Конечно, так это удача наша. Ми тут проблема в тому, що ми хочемо, щоб нам було. Ми сьогодні з нашим президентом. Щоб наша дипломатія, це дипломатична площадка. ООН, це не воєнна площадка, це дипломатична площадка. Поэтому пожелаем нашей дипломатии удачи и быть более дипломатичной, учитывая специфику этой площадки и специфику Генассамблеї. І не повторювати помилок на саміті НАТО, якщо вони там, звичайно, були. Да? Тому що наша весія трішки різниця. Але так чи інакше, ще раз нашому президентові удачі, успіхів. Все, звичайно, четвер ми будемо транслювати. І зустріч нашого президента із президентом США, Джозефом Байденом. Виступ нашого президента на Генасамблеї ООН, зокрема, да? Вже ряд ЗМІ повідомляє, що цей виступ все ж таки має відбутися. Тому все буде на вас розсуд, все буде максимально оперативно. Тому слідкуйте, будь ласка, з нашими ефірами на платформі Новини Лайф. А ми сьогодні дякуємо Вадиму Юрійовичу Карасьову. Як завжди, дуже приємно, Вадим Юрійович. І вам спасибо. Друзі, всім гарного і мирного вечора. Дякую за увагу. Дякую.